Сегодня будем готовить булгур с курицей. Начинаем жарить большими кусками окорочка курицу. Затем обжариваем хорошо на кипящем масле. В кипящем масле также лук крупными нарезанными кусочками обжариваем. Также добавляем чеснок. 2 зубчика чеснока также обжариваем. Все это на большом огне происходит. Зелень закидываем. Также обязательно нужно положить чайную ложку томатной пасты. Теперь после обжарки все это происходит в постоянном перемешивании. При постоянном помешивании туда нужно положить сковородку, стакан. Вначале посолить, потом стакан булгура положить. Вот стакан булгура. Теперь необходимо этот булгур перемешать хорошенько вместе с курицей, с луком, с томатной пастой. Все это перемешать. Затем залить водой 2,5 стакана. Этого же стакана. 2,5. Это для вас будет мерная посуда. Теперь обязательно нужно при закипании воды вставить в середину головку неочищенного чеснока, затем закрыть крышкой. Когда сильно закипит, нужно поставить на медленный огонь, вынуть эту головку чеснока, собрать ее в горку, большую горку, и закрыть крышкой. Через 5-8 минут она будет готова. Не забудьте подписаться на мой канал «Еда с